Здравствуйте! И сегодня мы открываем вот такие вот сюрпризики. Давайте начнем с Поняша. Это вот такая вот кобылка. Порода я не знаю, ее, наверное. Ну вот, давайте вот такие вот движения мы открываем. Смотрите, какая она красивая. Ставьте лайки, если вам нравится. И подписывайтесь на канал. Видите, вот такая вот поняшка. Я ее, наверное, назову Лесси. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Давайте вот туда будем убирать мусор. Давайте ставим вот сюда. Ну, вот так. Открываю вот такую вот собачку. Вот. Ой, какая милашка. Смотрите. Просто прекрасная. Такая милашечка. Давайте мы пока ее уберем, этикеточку потом как-нибудь. Вот такая вот куколка. Это у нас Луло. Давайте как-нибудь попробуем открыть. Вот он замочек, по-моему. Вот так вот. Сейчас. Вот так вот как-нибудь будем сейчас пытаться открывать нашу куколку. Оп. Теперь следующее. Сейчас будет. Вот. Так. Убираем. И остался последний слой. Сейчас найдем. И нам нужно поискать подсказку. Ладно, без подсказки уже. Вот. Ох. Так, вот открылось у нас. Давайте теперь будем подделывать нашей куколке голову. Так, ладно. Вставляйся. Ладно, она не хочет вставляться. Ладно, потом. Уберемся, давайте посмотрим. Тут здесь вот такая вот сиреневая бутылочка. Вот такая вот. Она мягкая такая. Здесь вот такая вот, еще одна бутылочка, вот такая вот, видите, вот такая вот. Тут есть еще две обуви, башмачка, наклеечки вот такие вот мягкие, видите, вот такие вот две наклеечки. Тут есть еще расчесочка и платьице, давайте наденем ей платьишко. Чтоб она у нас была нарядненькая уже, а не голая. И да, давайте наденем вот такие вот ботиночки. Вот, видите? Давайте вот так платьишком более-менее как-нибудь закрепим, что оно на ней просто не держится. Ладно, вот так вот. И второй башмачок. Вот, видите? Вот такая нарядненькая. Вот девочка, ну вот так вот можно причесывать ее. Давайте теперь еще будем пытаться и пробовать вставлять эту голову. Вот, видите? Сейчас вот так вот вставим хорошенько. Вставляйся еще. Вставляйся. Ладно, она как-то не очень хочет вообще вставляться. Но мы попробуем и будем. Пробовать. Во, вставилась. Смотрите, вот. Вот так вот. Такая у нас девочка. Смешная очень такая. Миленькая. Давайте наденем обувочки, а то они слетели. Уже. Да, они такие очень мелкие. Очень такие маленькие. Вот такая вот куколка у нас. Вот такая вот бутылочка. И думаю, можно ее отдать в ручки. Ручка нее не отдавит. Ладно. Вот так вот ей можно причесывать волосики. Ну, давайте теперь же наклеечки. Тут есть у нас такие. Давайте украсим вот такой вот маленькой наклеечкой. Видите, вот. Вот так вот. Что-нибудь. Давайте вот так вот расчесочку украсим. Ой, летает, ладно. Давайте лучше бутылочку. Вот так вот куда-нибудь. Вот, видите, вот так вот.
Видите, вот так вот. Теперь вот такой вот грустненький смайлик приклеим на другую бутылочку. Давайте теперь как-нибудь украсим нашу девочку. Я бы приклеила куда-нибудь вот сюда, вот на платьишко. Вот такую вот миленькую наклеечку. Такую-то. Вот. Так вот. Сейчас, наверное, снимем с этой бутылочки. Приклеим еще на вот эту. А вот, вот эту вот возьмем штучку как-то. Я вообще не знаю, что это за штука. Ну, давайте ее попробуем приклеить. Вот, видите, вот так вот как-то. Будем стараться. Вот, давайте подвернем эту штучку, а то она не приклеится. Наверное, вот. Тут более-менее хорошо. И ровно наклеим наклеечку. Вот так вот. Видите? Потом я обрежу и покажу. Давайте соберем нашу переноску для куколки. Вот. Видите, вот такая вот переносочка у нее тут есть. Конечно, она не очень большая. Ну, давайте все же наклеечку наклеим на другое место, то она просто вот не хочет. Давайте на переноску. На переноске, думаю, будет очень хорошо идти тут вот так вот. Мать, крышечка, и сюда можно положить что-то. Ну, ее как бы под ее вещички. Давайте их уберем. Сюда ее бутылочки. Вот так вот. Убираем бутылочки. И закрываем. Вот так вот. Она не очень закрывается. Что, давайте бутылочками будем убирать другое место. А последнюю вот эту вот маленькую наклеечку наклеим на нашу, наверное, вот такую вот на крышечку. Такую. Вот. Не очень, конечно, слазит она, но более-менее. Вот. Так вот, давайте поровнее ее наклеим. Так что, вот, видите, вот так вот я наклеила. Вот сюда можем положить вот так-то расчесочку. Ну вот, вот так вот. И бутылочку. Еще одну, вот. Давайте лучше ставим все. Вот такая вот куколка у нас. Ставьте лайки, если вам нравится куколка. Она, конечно, не стоит. Вот эта щёсочка такая тоже. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся вот такие вот бутылочки две. Вот такие. Давайте наклеечку маленькую наклеим на эту. Все же. Вот, видите, такая миленькая, маленькая бутылочка. Вот, она вот так вот делает. Тут вот можно вот так снять крышечку, налить, правда, настоящую воду. Я, наверное, девочку назову Жасмин. А вы, как считаете, вам нравится это имя? Пишите в комментариях, если вам нравится это имя, и еще предлагайте имена. Вы мне очень помогаете с ними. Вот, у нее вот так вот ботиночки. Снимаются ножки, у нее, сразу говорю, не двигаются. Вот, они снимаются так вот мило. И вот, можно вот так вот дать ей. Видите, вот такая вот здесь пампурочка. И вот так вот ей можно дать попить. Видите, вот так вот. Вот и тут. Вот, видите, какая миленькая куколка. Давайте же посмотрим, как ей понравилась Понечка. Андрей. Вот, у Понечки тут вот так вот хвостик появляется. Он вот такой вот милый, очень хорошенький, очень красивый. Хвостик, грива. Ставьте лайки, если вам нравится. И вот этой решеточкой можно еще расчесывать гриву. Ставьте лайки. И вот такая вот собачка. Я ее хотела назвать Джима, но уже, думаю, сомневаюсь. Давайте вот так вот разорвем этикет. Убираем мусор у нашего труса. Вот такая вот собачка. Пока-пока. До новых встреч, друзья.